друзья, всех приветствую. Сегодня с вами, как всегда, Железный Волк. Это очередной выпуск Free Fire News о самых свежих обновлениях в игре. Давайте посмотрим, что же нового пришло в игру. И первый баннер, который нас встречает, это набор ненаглядный. Новое колесо фортуны продлится до 10 октября 2021 года. Но давайте посмотрим, что же за набор добавлен на этот раз. Мне уже, блин, просто стало интересно, какой набор они решили этот раз сюда добавить. Ну, удивительно, что набор... Так, набор ненаглядный, но мне его надо будет скачивать, я так понял. Да, мне его надо будет скачивать. Тут есть топовый рюкзак, гитарный чехол с кроликом, еще одна топовая бандана с розами. Ну, фрагменты и все такое понятно. Так, ну я уберу, наверное, вот эти вот лутбоксы, потому что они мне вообще не нужны. Это попытка за 9 алмазов, ну да, конечно. Так, ладно, это я буду потом крутить. Так, переходим к следующему баннеру, и там нас встречает хакерский магазин. Твой шанс выиграть приз всего за 9 алмазов. Отмечай свой любимый набор и выбери бонусный приз, который ты получишь при открытии его. Выбираешь любой из 6 наборов и 6 бонусных призов, отмечаешь их галочкой, и тебя переносит вот не такую большую рулетку, которую ты сейчас, собственно, увидишь. И не забудь подписаться на мою группу ВКонтакте World of Games, где ты можешь узнать все самые свежие новости игровой индустрии и мира современных гаджетов и вообще всего того, что происходит в мире игровой индустрии, кино и музыки. Мой ТикТок тоже в описании, переходи, там я выпускаю ролики со своим участием и стараюсь выпустить все самые свежие ролики, связанные с игрой Free Fire. Кстати, туда я скоро залью краткие обзоры на игру Free Fire Max. Так, ну а мы сейчас посмотрим, что нас здесь встретит. Вот как эта рулетка выглядит. Я себе отметил главный приз. Это набор панка. Опасный панк. Это набор для Широ. Как мы знаем из нового музыкального клипа. Следующее, это я отметил Капеллу, свою любимую корейскую певицу. Ну что ж, пока первая, вторая попытка уже 39 алмазов стоит, а это уже говорит о том, что тут намного уже будет дороже. Так что крутите, копите алмазы, донатьте и приобретайте себе все самое лучшее. Огонь на максимум, бонус на буднях. Так, а здесь у нас что? Ничего особенного, если так посмотреть-то с одной стороны. Так, ну тут мы за вход только получим еще одну топовую аватарку, и, кажись, у нас будет новый набор в скором времени. Так, у нас... Здесь мы получаем карточку охотника и карточка схрона. Потом за третий вход, но у нас тут будет на 3 дня, нам дадут аниме Фамас уроном плюс 2, плюс 1. Перезарядка. Топовая аватарка Панк Неон. Но этот раз они решили замутить на тему панков, да? Довольно прикольно. Хотя могли бы тогда рокерский какой-нибудь клип поставить. Или хотя бы панк-рок. Огонь на максимум. Ежедневные миссии. Собирай жетоны матрешек и обменивай их на скин на один день или на лутбокс по твоему выбору. Так что здесь можно для себя что-то выбрать. Тут есть любые классные вещи, которые ты можешь обменять. Обмениваешь тут их в основном на вот такие вот пушечки, которые тут добавлены в игру. Да, тут можно даже себе забрать и М4А1 Дикий Карнавал. И вообще тут, ну, много крутых плюшек есть. Наверняка вы уже это сделали и обменяли. Так что тем, кто сегодня вошел в игру, думаю, понравится. И действует 100% пополнение, дорогие друзья. С сегодняшнего дня, ну, уже стартовало, но вчера. И до 8 октября продлится. Так что делай пополнение и радуйся тому, что у тебя будет... целая сумма алмазов. На пополнение на 500 алмазов ты получаешь еще 200 алмазов сверху. Ну, это вот все такие самые кратенькие новости, которые нас ожидают в игре Free Fire Max. Ничего особенного, конечно, думаю. Давайте по событиям глянем, что у нас. Пробежимся по-быстрому. Итак, 100% пополнение. Пополняй на алмазы и получай еще дополнительные суммы сверху. Набор ненаглядный. Колесо фортуны. Кстати, верх прикольный, конечно. Он уже старый набор. Я уже не раз его встречал в игре у игроков. Хакерский магазин. Твой шанс выиграть приз
На твой выбор всего за 9 алмазов. М4, А1, Ярость Грифона. Собирай вот такие вот жетончики и получай его в джекпоте. Новый элитный пропуск, где ты можешь забрать себе топовый крутой набор «Зачарованные небеса». Колесо фортуны, набор «Темный герой» и также электрический Тиго. Подбери скидку, до сих пор все еще продолжается. У меня там, конечно, набор вообще дорогущий. Вот этот. Ну блин, я хочу себе набор геймера, он реально топовый. Димитрий, всего за 600 алмазов плюс навык «Сердечный ритм». Восстанавливает ХП себе и союзникам в нокдауне, а также позволяет самостоятельно подняться из-за него. Ну это вот все на данный момент. Вот календарь Free Fire Max. Ставь трансляцию на паузу, чтобы оценить, что ты будешь получать. Ну тут много чего обещают, еще интересного. Также продолжается огонь на максимум, дорогие друзья. Играй и получай себе самый топовый скин «Опасные рокерши». Кстати, этот наряд есть у меня уже полностью. Также получение наград за предрегистрацию. Ты здесь можешь получить награды за приглашение и за регистрацию Free Fire Max. Так что думаю, тебе понравится. Free Fire Grand Final, дорогие друзья. Трансляция должна будет набрать более 10 тысяч. И там ты получишь себе топовые скины и карточку комнаты. Также огонь на максимум бонус. На бонус будни. Ну, также огонь на максимум урон, как всегда. Ну и ничего такого особенного пока сейчас на данный момент во Free Fire нету. Это все на данный момент. Ну что, с вами был Железный Волк. Играйте только в самые крутые игры, смотрите аниме и слушайте только хорошую музыку, ребят. Было приятно с вами увидеться. Подписываемся на мою группу ВКонтакте, на мой ТикТок и Инстаграм, где я выпускаю все самые свежие новости игровой индустрии и не только. Всем сайонара, еще увидимся.